Не могут похвастать результатами реформы в полиции в ведомстве еще одного представителя Народного фронта Арсена Авакова. Накануне 30 молодых людей ограбили супермаркет в центре Киева. Вынесли несколько килограммов шоколада. Сотрудники магазина сообщили о случившемся в ДОЦ-полицию. Согласно новым стандартам, правоохранители должны были прибыть в течение 5 минут. Тем не менее, грабителям удалось не только выйти из торгового центра на главной площади столицы, но и беспрепятственно добраться до Национальной филармонии. В полиции возбудили уголовное дело, но ни одного из нападавших до сих пор не задержали.